что? Он что-то сильно затянул. Они прям маленькие. Куда идем? Пить вино. На самом деле мы идем. Ой, а что нельзя? Визуально видно. Да? Смотрите, какой большой. Это вот заливка и обычно вот так вот для. Я даже не знаю, что здесь за ткань уже. Какая лежит, потому что там целый такой. Бусы можно делать. А, так, на чем мы с вами остановились? Заляпано. От 300 там, до 1200 пикселей, в зависимости от того, что вам нужно. Я вот настроить микроскоп не могу. Да? Я могу только... Компания. Аналоговый. Произведен в 1991 году. Здесь стоит 2008 года. Тень от объекта. Вот здесь уже вот включен 80 тысяч вольт и 80 киловольт. Вы слышите этот звон, это как раз из-за напряжения высокого. Вот, работают насосы, которые выкидывают из колонны. Из самого объекта, из стен микроскопа. Что-то работает в полной темноте. Пленка. Так, этот у нас свет уже довольно давно стоит, с прошлого года, как мы карантин начали. Поэтому он не столь контрастный, как мог бы быть, но мы можем увидеть элементы, органеллы. А здесь кардиомиоциты, поэтому здесь очень большое количество митохондрий. Вот мы. Вот здесь вы можете сразу видеть черную точку, такую. Ну это просто краска искоблилась. А около нее вот слева располагается такой много митохондрий. Внутри них кристы, вы можете посмотреть. Каждый пусть подойдет вот близко вот там. Да. Вакуум вас не засосет, не бойтесь. Мы как будто на квесте. Рентгенское излучение минимальное. Как препарат туда помещается? Ну, все, там, сейчас вы посмотрите, я скажу. Ничего не понятно. Подожди. Там же видно прям митохондрии. Слева черные точки там. Да. Вы видите такие? 6 штук, что ли? Ну какие-то они такие. Ну, сомнительные. Вот. Вы с помощью ручек специальных манипулируете и ходите по сетке. Вот здесь вот вы на солорографе, вот этим кругом, можете видеть точку, где мы находимся на сетке. Вон, то, что вы видели на чашке Петри. Вот эта сетка, мы располагаемся вот тут. То есть это большое поле. Не показать. Часто там еще ломать? Часто ломать? Ну, бывает, потому что она уже такой старенький, комплектующих под него. А что тут? Изображение будет выводиться на монитор компьютера. Ну, это уже, конечно, для выполнения курсовых дипломов.
дипломных работ. Ну и, соответственно, сотрудники работают. Так что. Все, вам были все? Все поровну так благодарились. Угу. Без микроскопа. Вау. Где вы их ловили? На красной позиции. В общагах живут. Это не очень хорошее качество, конечно. Ну, она все равно вон это разворачивается вон. Уже не такие снимки, как у меня диплом. Ну, все равно же видно, живая же вон это. Она ест, да? Нет. Ну, видите, здесь то, что я о чем вам говорю. Не объем больше, поэтому. Такое своеобразное колесо. Внешне, да, чем-то напоминает срез. Спицы колеса, центральная часть. У хвощей всегда в центре находится полость, поэтому такой вот своеобразный полый стебель. Но много механической ткани. За счет этой механической ткани и кремнезема в эпидермальных клетках